Сегодня мы с вами находимся на буровой. Прежде чем добыть нефть, нужно пробурить скважину. Порода, которая насыщена нефтью, и мы ее добываем. У нас в Татарстане мы бурим скважину на глубину 1800-2000 метров. Вот это искусственный алмаз. Добываем черное золото, вы нам добываете победу. Мы хотели пожелать вам в этом сезоне победы, успехов.